Привет! Вы на канале Супертима Геймс. Вышла обнова для Brawl Stars, и я наконец-то, спустя полмесяца, сделал на нее обзор. Поехали! Пустота. Ничего более, просто пустота. 5 минут спустя. О! Так, что тут у нас есть? Новое? Или не очень новое? Ну, точно новая заставка? Вроде бы. Да, новая, новая. Gather up! Музыка просто невероятна. Просто невероятно. Так, новый способ продвижения. Ящиков больше не будет. Все, конец. Бойцов и другие награды больше нельзя будет получить из ящиков. Новый способ собирать бойцов и продвигаться в Brawl Stars, который не зависит от удачи. Узнай в новом способе продвижения в Brawl Stars, когда получишь следующую награду. Имеющиеся награды будут собраны автоматически. Одни ящики, одни большие ящики, награда пути к славе, награды пути к славе, награды 15 сезона. Забрать. Хорошо. Новый способ получения бойцов. Разблокировка бойцов. Забирай кредиты, чтобы разблокировать бойцов. Начни разблокировку нового бойца прямо сейчас. Новый легендарный боец, начни разблокировку. Идет разблокировка. Честер, легендарный. Собрано кредитов 0 из 1900. Это, наверное, из-за того, что он легендарный, он такой дорогой. Хотя сейчас убили. Так. Праздничное испытание. Хм. Что за праздничное испытание? До конца события 2 дня. Хотите, чтобы я его сыграл? Так, что у нас есть еще? Это процесс разблокировки. Идет разблокировка. Честер, слава. Разблокируй всех бойцов, чтобы получить всемирную славу. Хроматические. Это стар? Просто стар. Это хроматические. Угу. А вот эти какие-то другие. Что это? Хромокредиты нужны для разблокировки хроматических бойцов. Собирай хромокредиты, получай награды Бравл Пасс. Максимум 5000. Они ограничены. Бравл Пасс. Ох ты ж, ё. У меня уже есть, то есть уже у меня есть 85 кредитов. Не сами дались. Деньги. Смотри, ящика вообще нету. Вообще нету ящиков. Офигеть. Так, магазин. О, подарок, кредиты, 900. Беру. Честер сразу же, плюс 900. Очки силы. Улучшение бойцов. Собирай очки силы и монеты. Используй их для улучшения любого своего бойца. Но это я знаю. Для любого бойца. А, то есть они еще и будут. Они аж так это сделали. Особая акция. Деньги. Подарок праздникам. День 1. Подарок. Спрей. Спрей. Кредиты. Еще. Деньги. Еще деньги. Значок. Для игрок. Хромокредиты. Хроматические бойцы теперь могут быть разблокированы с помощью хромокредитов.
Хроматические бойцы – это сезонные бойцы Бравл Пасс. Кредиты. Еще больше, еще больше, еще больше. Очки силы. Новый значок. Еще хромокредиты. Я хромокредитер. Новый спрей. Новый спрей. Спрей, спрей. Сколько тут их? А, все. Иконка игрока. Новый значок. И новый скин. Классическая Шелли. Юбилейный скин 2022 года. Ого, это за что столько? Ну-ка, открываем. Еще открываем. Это 4 иконки игрока за 4 годовщины. Это за то, что я уже долго зарегистрирован в Бравл Старсе или как? Подарок дня. Тут теперь ничего нельзя купить, только что-то получить. Разблокировать бойца Честер. Получи следующие на кредиты и сразу же начни играть бойцом Честер. Не, спасибо, откажусь. В общем, что за слава? Когда ты разблокируешь всех бойцов Стар, кредиты помогут тебе получать больше славы. Уровень славы можно посмотреть в профиле. Покажи всем, что тебе удалось достичь. Когда разблокируешь всех доступных хроматических бойцов, сможешь обменивать хромокредиты на очки славы. Понятно? Так, во-первых, где мои вот эти 85 кредитов? Во-вторых, можно было что-то и поиграть, собрать еще кредитов, повыполнять квесты, которые у меня тут дофига. У меня их дофигильон просто. Ты смотри. Я говорил, что у меня тут дофигильон. Сейчас мы повыполняем квесты, попробуем получить еще кредитов. Возможно, даже скоро мы сможем разблокировать Честера. Сейчас увидим. Так. Выиграй с бойцом Мэг и выиграй бой. Будем выигрывать бой в одиночном столкновении. На него у меня есть тоже куча квестов. Играем. Так. Но что так долго рассказывает? Очень долго что-то рассказывает. Ой, я помню, мне на этой карте столько валили, столько раз. Но я на ней как-то никогда у меня на ней не получалось играть. Видишь, вот даже сейчас. Вот меня уже кто-то пытается убить. На. На. Нет, его туда стреляй. Вот так. Давай! Ха! Черт, что, пытался меня убить, да? Не получится. А хотя пусть работает, она нам что мешает? Она на него сама наводится. Ладно. Будем сидеть, ждать. О! А вот и первая цель. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну давай, давай. Что ты тут? Иди сюда! Ха-ха-ха! Иди сюда! Ха-ха-ха! Есть! 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 Всех! Сколько? 4 полоски квестов! 4 полоски квестов! Ух ты ж, ё! Еще раз!
Иди сюда, ты меня убить хотел. Сейчас тебе покажу. Я тебе сейчас покажу, где раки зимуют. Пойдемте. Вот так-то. Еще сейчас баночку соберем. И вот эту баночку соберем. Пойдем к кольту. Попытаемся его убить. А почему? Она не восстанавливается. Я думал, что она вылечится полностью, когда она в скафандре своем. А у нее, оказывается, как было, так и остается. Так, ну квесты выполняются, и это хорошо. Но недостаточно хорошо. Их слишком мало выполняется, надо больше. Я занял 5-е место, надо хотя бы 4-е. Поко, Поко, иди сюда. Поко, Поко, Поко. Гадость, гадость. Все, выходи, выходи, выходи. И еще раз. Так, давай так, я не трогаю тебя, ты вначале не трогаешь меня. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Собираем баночки. Просто собираем баночки. Так куда ты лезешь? Куда ты лезешь, гадость? Это мои баночки. Иди сюда. Забирай твои баночки. И ты тоже пришел забрать мои баночки. Никому не дам мои баночки. Это мои баночки. Это мои баночки. Я тебя сейчас как дам, блин. Идет он сюда. Иди сюда! Убегает. Так, тихо, тихо, тихо. У меня мало жизни, мало жизни. Мало жизни. Очень мало жизни. Остался еще один враг. У меня очень мало жизни. Прям очень мало. У меня там 800 было на моих основной. Убегай, 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 убегай. Беги, беги, беги. О, баночка. Да куда тебя отбросило? Баночку бери. Лечись, лечись, гадость. Дальних на дальника. Мне главное зарядить супер. Ульта! Все! Ульта все сделала. О, теперь опять 4 полоски квеста. И нам так надо еще раз, чтобы выполнить квест. И мы еще раз играем снова. Куда лезешь? Куда и лезешь? Остановись. Одумайся. Не подходи. Не подходи. Ульта! Хорошо, хорошо. Ой, ё-моё. Мало жизни, мало жизни. Критическая... О, хороший, ты смотри. Убил. Красный кот, красный. Хотя нет, нормально, нормально. Я тут банок поднабрал, у меня уже жизни довольно-таки много. Можно уже и побегать. Сейчас мы еще вот тут соберем. Вот теперь идите все сюда. Сейчас мы тут с вами поговорим. Иди сюда. О, там есть еще баночка. Погоди. Там есть еще баночка. Много баночек. Вот это хорошо. Вот теперь можно идти к кому угодно. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда! Иди сюда, я тебя убью, и ничего плохого не произойдет. На! Как так? Ульта!
О, у нее было еще две баночки. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я тебя буду бить. Все. Я лучше всех. Превосходно. 4 квеста сразу. Сейчас он как-то прилетит. Плюс 1000, смотри. Опа, хорошо. Собираем. Погнали. Очки силы. Монеты. Money, money, money. А тут будет... Да, тут, ну кристаллы тут остались. Хорошо, хорошо. Чтобы можно было Бравл Пас купить. Квесты, 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 квесты. Сколько тут квестов осталось на это? Ой, тут еще много. Поехали. Так. Это ценник помощнее будет, чем Мэг. Но у Мэг была очень крутая ульта. Мне она... Вот прям очень крутая ульта. Так. Ну. Не подходи ко мне, не подходи ко мне. Почему, когда я играл за Мэг, их всегда было так мало, а сейчас их дофига? Ну смотри, и тут один сидит. Ну чё их так много? Иди сюда. Whatever. Убил. Гад, убил. Бил. Так, а что у нас тут есть? Спокойной ночи. Угу. Снаряжение. Бесплатное любое снаряжение можно выбрать. Так, что выбираем? Смотрите, для него есть его специализированная изнурительная буря. Мифическое снаряжение. Враги в зоне действия, песчаные бури, наносят на 10% меньше урона. Ну это все мы знаем, что это. Давайте. Бесплатное. Очень это турбоснаряжение. Хорош. Так, мы еще знаете, что мы не посмотрели? Нифига себе. Это все сейчас вот так выглядит. Грей появится через 8 дней. Нам надо испытать Честера в пробном матче. Ведь это все не так просто. Нам надо его проверить, чтобы узнать, какой он хороший или нехороший. Скучный или не скучный. Погнали. Опа, нифига себе. Как он стреляет, погоди. Одна тонкая. Потом две. И потом три, да? И потом опять одна тонкая. Многослойные. Многослойные у него удары, короче. А чё это такое? Как он классно ржёт. О, смотри, а теперь мы можем как-то через верх кинуть какую-то штуку. Попробуем. В этот раз какой-то вот такое. Какой-то пыль, пар. В этот раз еще что-то. У него всегда рандомная ульта, смотрите. В чем прикол. У него всегда рандомная ульта. Вот теперь у него... О, опять этот верхний кидок. Он взял что-то и кидануть по кому-то. Па! Он взял такой... Пу! Пу! Пу!
и убить. О, теперь какая-то хилочка, смотрите. Прибережем ее. Вот теперь используем. Да, смотрите, я хилюсь. Я хилюсь постоянно. Бах! А это что такое? Какая-то замедлялка. Которая еще и дамажит, смотрите. А, это град. Я градом их утонул. Бах, еще одна такая штука. Офигеть. Офигеть. Не, ну, боец прикольный. С его рандомными ультами. Оно очень классно сделано. Получается, никогда не знаешь, чем ты сейчас кого ударишь. Надо импровизировать. Но оно довольно-таки классно. Мне понравилось. Ну-ка, почитаем. Особенность. Этот боец начинает игру со случайным супером, который меняется после каждого использования. Честер бросает... Значит, смотрите, если вот такая, это Честер бросает упаковку взрывного дрожжа, который уничтожает укрытие, отбрасывает врагов и наносит им урон. Если вот это зуболом. Честер стреляет огромным леденцом, который оглушает врагов при попадании. Это соленая лакрица. Честер распыляет пудру из соленой лакрицы, которая отравляет врагов и наносит урон с течением времени. Взрывная карамель. Честер рассыпает по земле шипучку, которая постепенно наносит урон стоящим на ней врагам. И морозная мята. Честер съедает мятную конфетку, которая постепенно восстанавливает его здоровье. Я так понимаю, он конфетку с плюсиком съедает, она там от всего лечит. Вообще от всего лечит. Ну, кто знает, тот знает. То есть конфетка с плюсиком, она лечит все. Я так понимаю, тут съедает и... Хорошо. Хорошо. Мне Мэг очень понравилась. У нее такая классная ульта. Я предлагаю ее улучшить. А, это она у нас еще и первая. Давайте ее прокнем. Еще прокнем. О, теперь хорошо. Мы можем еще ей гаджет докупить. Источник питания. Ящик с инструментами. Мэг ставит ящик с инструментами, который... Не, вот это классная тема. Еще ей купим гаджет. Вот так вот. Теперь пойдем к кому-то. Пойдем. К тебе пойдем. Возьмем, посмотрим, чего у тебя не хватает. Тебе одного гаджета не хватает. Скачок напряжения, это у нас силовой щит. В течение 5 секунд вольт способен преобразовать 80% полученного следующим урона в энергию для перезарядки 2 единиц боеприпасов. Тоже прикольная тема. На тебя у меня есть квесты? У меня на него нет квеста, вот так. А у нас есть квесты на Сэнди. На Пенни, на Джеки. На Гаса. Кто на Гаса? На него как гасанем. Улучшим сейчас его пару раз. Еще лучше. Еще лучше. Чтоб мощный был. А теперь поехали. Кто-то помнит, как он стреляет? Я нет. Сейчас будем вспоминать. А он этими шариками. А, потом он какую-то мега уль что-то заряжает. Там что-то он такое и кинул, да? Что-то мощное такое. А, у него... А, потом он этой штукой лечится, да? А, вспомнил! Хорош. Куда? Куда ты стреляешь? Ну иди сюда. Тут еще кто-то есть? Алло. Ау. Ау. О. Жертва найдена. Иди сюда.
Ха-ха-ха. Иди сюда, Мигель. Мигуэль. Ты такой мощный, да? Мощный. Иди сюда. Какая радость. Все! На него... Не, на него есть квест, а? На него есть квест, ему надо убить... Смотрите, если мы выиграем бой 6 раз, там дадут 50 этих супермонеток. Да я знаю, чувак, this place is very scary. Иди сюда. Потопали. Смотрите, у него заряженная ульта. И он нас убил, ад. Ад. Гад. Ну, что я вам скажу про это обновление? То, что разработчики убрали ящики, я считаю довольно-таки прикольно и необычно, нестандартно. Но в то же время мне это понравилось. Теперь у нас есть кредиты, за которые мы можем покупать бойцов. И теперь не надо будет со своими друзьями бороться, у кого ж выпадет лего из ящика. Ты просто можешь взять и купить ее. Все очень просто и понятно. Мне это обновление очень зашло. Ставьте лайк, если вам тоже. Подписывайтесь на канал. И обязательно нажимайте на колокольчик. Пока-пока.